Ваша честь, я обращаюсь к вам с просьбой вынести законный и справедливый приговор. Прошу признать Руденко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему справедливое наказание, соответствующее тяжести содеянного. Он совершил преступление, которое в один миг перевернуло жизнь нашей семьи, семьи других потерпевших. Сев за руль в пьяном угаре, он лишил жизни трех человек, в том числе и мою внучку. Покалечил двух мужчин, один из которых мой сын. Это должно быть учтено при назначении наказания и решении вопроса о компенсации морального вреда. Поддерживаю свой иск и исковые требования всех потерпевших. Прошу их удовлетворить.